Здравствуйте, меня зовут Виктория Белозерцева. Сегодня в Ночь искусств я буду вашим экскурсоводом. Я расскажу вам о некоторых картинах нашего музея ИЗО. А начнем мы с портретов. Портрет – это где изображен человек. Это портрет Павла I. На нем золотая мантия, розовый кафтан, голубая лента, орден Андрея Первозванного. И, как видите, он еще мальчик. Еще один красивый портрет находится в этой зале. Он называется «Дама с веером». На ней серый парик, коричневое платье и кружево, украшение из жемчугов, цепочка и веер в руках. Сразу видно, что это богатая женщина, потому что в те времена не каждый мог позволить себе свой портрет. Перейдем мы к пейзажам. Пейзажи бывают разные. Морские пейзажи называются марины, а художники – маринисты. Эта картина называется «Море ночью». Ее написал Иван Константинович Айвазовский. Тут он изобразил двух моряков, спасающихся на обломке корабля после кораблекрушения. Так Иван Константинович Айвазовский показал силу моря. И луна, она очень-очень красивая, и лунная дорожка по воде. Так он показал красоту моря. А эта картина «Батум». Она такая большая, что заменяет пол стены. Ее нарисовал Лев Феликсович Лагорио. Он был друг Ивана Константиновича Айвазовского. И посмотрите, как он рисовал море. Точно маленькими черточками. А сзади черные горы, черные облака и белые чайки, что становится чуть-чуть страшно.